У компании Asus под брендом Republic of Gamers доступно несколько вариантов игровых мышей на разный вкус и хват. Сегодня у нас на обзоре третья версия в линейке Gladius – Asus ROG Gladius 3. Причем сразу в двух версиях – проводной и беспроводной. Комплект поставки у обеих моделей схож. В коробках находятся сами манипуляторы, техническая документация, сменные ножки и дополнительные переключатели. С беспроводной моделью дополнительно идет кабель USB Type-C, USB-ресивер и переходник с USB Type-C на полноразмерный USB. ROG Gladius 3 в целом повторяет стиль других мышей Asus. Эргономичная форма под правую руку, черный матовый пластик, RGB подсветка. К сборке претензий нет, в руке ничего не скрипит и не шатается. По форме новинка очень похожа на ROG Gladius 2, отличия небольшие. Прорезиненные боковые вставки заменены на обычный пластик, а дополнительная боковая кнопка под большим пальцем ушла в прошлое, как и RGB подсветка окантовки нижней панели. Вместо нее теперь подсвечивается часть узора на боковой вставке. Плюс колесико теперь светится полностью, а не только его ободок, как было раньше. По форме ROG Gladius 3 и Gladius 3 Wireless идентичны, отличаются только массой, а также наличием у второй модели порта USB Type-C, переключатели типа подключения к ПК и кнопки Pair на нижней панели. Asus ROG Gladius 3 – это эргономичная мышь под правую руку. Корпус средних размеров, хорошо ложится в небольшую или среднюю ладонь. По габаритам мышь примерно такая же, что и Gladius 2, а вот масса у новинок кардинально уменьшилась. Если проводная версия второго Gladius весила 110 грамм, а беспроводная целых 124, то у ROG Gladius 3 эти показатели всего 79 и 89 грамм соответственно. Производитель заявляет, что корпус новинки одинаково хорош для любого типа хватки – ладонь, коготь и пальцы. Нам показалось, что мышь лучше подходит для первых двух хватов, но и одними пальцами удерживать ее тоже достаточно удобно, несмотря на крупный и весьма широкий зад. Спасибо очень небольшой массе даже у беспроводной модели. В ROG Gladius 3 используется новый оптический датчик с разрешением 19000 dpi, максимальное ускорение 50G. Никаких претензий у нас к нему не возникло, сенсор работает стабильно и без срывов. Кнопка смены разрешения на корпусе переключает чувствительность между 400, 800, 1600 и 3200 dpi. Изменить эти значения можно в фирменной утилите. Всего у Asus ROG Gladius 3 6 программируемых кнопок, включая колесико, и кнопка переключения профилей на нижней панели, изменить значение которой нельзя. Колесико прокрутки вращается в меру легко и бесшумно, клик легкий и тихий. Как и прежде, отличительной чертой ROG Gladius 3 является возможность замены переключателей под основными клавишами. Для этого надо выкрутить два винта на днище и отсоединить верхнюю часть корпуса. Сами переключатели легко достаются из своих гнезд и вместо старых устанавливаются новые, отвертка при этом не требуется. Изначально установлены фирменные красные переключатели с символикой ROG. Вместо них можно поставить переключатели Amron D2 FPFN. У них более четкий и легкий ход и отчетливый клик, тогда как родные переключатели отрабатывают чуть мягче и заметно тише. USB кабель длиной 2 метра в очень мягкой тканевой оплетке. У ROG Gladius 3 Wireless он съемный, по кабелю мышь может не только заряжаться, но и работать как проводной манипулятор. Кроме того, у этой модели доступно два варианта беспроводного подключения по радио 2,4 ГГц или Bluetooth 5.1 LE с памятью на 3 связанных компьютера. При подключении по радио мы не заметили никакой разницы с проводным соединением, по Bluetooth небольшая задержка все-таки отмечалась. Впрочем, она достаточно низкая, чтобы такой вариант можно было использовать не только в Windows, но и в не особо динамичных играх. Для тонкой настройки мыши используется фирменная утилита Armoury Crate. С ее помощью можно поменять значение кнопок, записать макрос, настроить работу RGB подсветки и синхронизировать ее с другими устройствами от Asus с помощью Aura Sync. Также можно изменить чувствительность, создать дополнительные профили и сохранить их во внутреннюю память мыши. Всего поддерживается до 5 профилей. Asus ROG Gladius 3 – отличное обновление линейки. По сравнению с предыдущей версией, у обеих моделей значительно снижена масса и обновлен сенсор. Остальные достоинства, в первую очередь хорошая эргономика, высокая отзывчивость и возможность замены переключателей, также никуда не делись.